люди, которые обеспечивают для нас безопасные условия жизни. Сотрудники санитарно-эпидемиологической службы отмечают 15 сентября свой профессиональный праздник. Днем основания СС в России считается 15 сентября 1922 года. В Сарове Центр гигиены и эпидемиологии занимается исследованием воздуха, воды, почвы, пищевых продуктов на наличие в них вредных веществ. За год сотрудники центра проводят около 40 тысяч проверок. Где-то находок там, которые не соответствуют санитарным нормам, ну, это процентов 5, наверное, так было от силы. Это еще даже меньше. То есть, в принципе, у нас обстановка неплохая в городе. Вот. В ковидные времена, конечно, все поменялось. И мы эти 40 тысяч исследований уже брали другим методом ПЦР. В Саровском центре гигиены и эпидемиологии работают два подразделения. Органы инспекции проверяют образовательные и медицинские учреждения, а в испытательных лабораториях проводят различные исследования. Микробиологическая лаборатория проводит исследования на микробиологические показатели, ну, скажем так, бактерии, вирусы, гельминты. Физико-химическая лаборатория проводит исследования воды на содержание химических веществ, допустим, железа, нитритов, нитратов, то есть химических веществ. В центр гигиены можно обратиться и в том случае, если у вас возникли сомнения в качестве продукта. Здесь существует два пути решения вопроса. Либо человек сам начинает работать в этом направлении, то есть обращаться с жалобами куда-то там, в судебные органы, в прокуратуру, и поэтому он приходит к нам с этим продуктом, делает анализ, исследование, вот, и дальше уже сам работает. Либо писать жалобу в межрегиональное управление. Вот это более правильный путь. По всем вопросам обращайтесь по телефону Центра гигиены и эпидемиологии 7-92-03. Светлана Ярунова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.